Здороваться уже. Сами понимаете, почему. И вы такие, да как вы уже успеваете видео снимать? Да почему я Алекс? Алекс. А. О, все, все. И сейчас это лайфхаки, может. А хотя нет, ребят. А я выживать буду. Знаете что? А давайте не лайфхаки, а постройки. Чего? За 10 секунд, за минуту и за 5 минут. Ну, это надо вдвоем. Ну, не знаю. Мы в конце покажем. То есть, Дим, я покажу именно постройки. Ай, ладно. Тогда зачем я создал мир? Не знаю. Так, ставим сквозки, да. Я создаю мир уже. А я снимаю? Нет. Да. Не, мы сейчас не снимаем. Да, выживал бы я сейчас тут вообще, да? Офигенно. Ну ладно, ребят. Сейчас у меня загрузится. Блядь. И опять я хочу обратиться к тигру. Тигру. Слушай, ты хороший парень. Ну, ты очень хороший. Ты говорил. И что? Так вот. Ты подлизывайся. Нет. ты Лиза подлизывайся. Понял? Так, подожди. На самом деле... Дима. А, так, и сегодня, ну, сейчас мы будем строить танки. Танки за 10 секунд сейчас построить. Блин. А, берешь нужные вещи и строишь. Подожди. Не зря же в Майнкрафт добавили одну штуку. Я не покажу тебе. Да блин. Опять начинается. Ладно, цепь. Это будет моим домом. Она добавилась? А хотя... Добавилась? Да. Когда? Давно, вот. Так. Но я не хочу. Я хочу вот этот стержень. И мне нужен блок какой-нибудь такой. Не, а давай постройки за 15 секунд. Например. А, за 15? Да, ну да, за минуту 50 и за 15 минут. Ой, это долго. Да? Или пофигу? Ладно, давайте. Я ж не взял. А, ну бери вещи, какие тебе нужны. Мне шерсть нужна. Шерсть, я знаю зачем. Ой, я даже не снимаю. Да, сейчас снимаю, начну снимать. Ты не здоровайся. Всем привет! Дим, зачем поздоровался? И сегодня мы будем... Точнее, сейчас будем строить постройки за 15 секунд, за минуту 25 и, например, за 5. Ну да. Сейчас я возьму свои вещи. Да. Дима. Хватит. Ну что, раз, два, три. Мне кажется, это невозможно, да? А не, невозможно. Я тоже думаю, что невозможно. Так, и у нас осталось еще. 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Готово. Все. Ребят, смотрите, как у меня мини-танчик. У меня вот что получилось. Ну, я прямо с расширенностью сделал. Так, убираем эти вещи. Постройку оставляем. И берем вещи для... Уже минуты. И 25 секунд. Сейчас я возьму вещи. А зачем я кнопку убрал? Блин, я тебе подсказал. Да как бы, кнопка это для этих... Для вот этих штук. Штук. Я не помню, как они называются, ребята. Я их буду называть штуки. Штуки. Все, погнали. Сейчас, погоди, я вещи еще беру. Все? Не. Я знаю, что я для дула возьму. А, я слышал, что один взять. Всё. Цепь. Ладно. Я не буду скромничать, я возьму вот такие вещи, смотри, Дим. Ты не знаешь, зачем мне мать. Ты потом
знаю, что зачем. Короче, раз, два, три. Время пошло, время пошло. Ой, зачем я здесь сломал? А тигр болеет за меня, а не за него. Ах ты. Крыса. За всех. Ну ладно, за кого хотите, за того и болейте. Ну вообще да. Мы вас не заставляем. Уже 5 минут у меня на видео прошло, прикиньте, ребят. Пока мы там все брали, брали. Дуешь-то. Там Нила кого-то толкнул. Корова мешает. А, здесь я такое дуло сделаю. Ну, жалко, в этот танк нельзя будет залазить. Ну, на 5 минут мы это уже сделаем, да? Угу. Если получится. И вы спросите, зачем мне рычаг? У нас остается 30 секунд, да? Угу. Но я могу сказать еще очень много времени, правильно? 20, 19, 15 уже, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Показываем танки. Вот у меня такой получился. Ребят, что это такое? Что это такое? Вот у меня вот такой получился. Вот у Димы какой-то... О, у тебя потасал получился. Ага. И теперь за 5 минут. Самое сложное, ребята. А, так. Сейчас... Я взял. А нет. Я тебе сразу скажу, что мне нужно будет. Ты, не знаю, додумайся. Ковер из мха. Додумайся, если хочешь. А что, можно взять? Да. Любые. Но не бодрок. Я взял такой. А, ты прям мох взял, да? Да, я мох. Мховый. Ну все, погнали? Сейчас. Ой, а, я дуло не взял. Ай. Ё-моё. Дуло, вы сейчас не знаете, как на это дуло отреагируете. Ну что, поехали? Сейчас, погоди, я дуло беру. Ну, например, вот такую, все. Давай, раз, два, три, поехали. О, у меня идея в голове только что родилась. Я буду строить потасал, я тебе сразу говорю. А, нет, не потасал. Вы увидите мою постройку. Ой, я сломал блок. У нас еще очень много времени. Ну мы как можем... много? Да фигища! Да, мы можем даже не торопиться. А я тороплюсь, чтобы быстрее закончить. Такую дополнительную броню, ребята. Смотрите, я такую делаю. Ой. Нифига я сюда люк поставил. А ты будешь внутрь танка делать? Да. Но для этого мне приходилось бы стекло, а я не буду внутрь танка делать. Ты не будешь делать, да? Да. Внутрь танка. Я тоже. Смотрите, ребят. Угадайте этот танк в комментах. Кто знает. О! Дима, слышу, цепь ставит. Дим, ты цепь вставил? Mm-hmm. Ой, вы его, по-моему, знаете. Или не знаете.
Чем ты похож на КВ-2, да? У кого, у меня? Не, у меня. Да, ребят? Ну нет, у меня не КВ-2. Отгадайте этот танк в комментах. Подсказываю то, что он начинается на букву С. Нет, не ИС. Ой, у Димы там какие-то страшные звуки. Вертолеты есть. Война у него там. Да, Дим. А вот железные люки, смотрите, для чего мне пригодилось. Сейчас возьму такую штуку, называется она R, рычаг. Смотрите, для чего они мне пригодились. Ой, не знаю, как я это сделаю сейчас. А, я понял как. Оп. Ой. Ой, как у меня башка болит. О, почти готов. Отгадайте этот танк в комментах. Я уже почти закончил, Дим. Ну, как у тебя? Да? Так, вот здесь я типа люк там. Ой, мне что-то пришло. Что там? А, ничего. Значит, откуда-то из какой-то этой... У меня почти все готово, ребята. Не, реально, отгадайте этот танк в комментах. Вот такие, что это такое? Чувак, что это такое? Я не знаю. Что это? Я не знаю. Ладно, нет. Я не помню. Вспомнил только что, ребят, смотрите. Видите, вот такую штуку у него, да? Дурить. Получилось как. И у него сзади вот такая штука. Типа обвески. Не обвеска именно. А. О. И вот эти выхлопные трубы. Вот это обвеска защита. А, так. Мы... Еще минута, да? Минута, 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 10 секунд. Ну да, и, ребята, у меня уже почти готово. Ох, все, я запыхался. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 17, ой, 18, уже 8, 7, ой, 6, все, все готов. Вот, ребят, мои танки. Так, сейчас. Встречайте. Подожди. Вот, Дим, смотри, я это строил. Ты два строил? А, ты один? Вот так, да? Вот это все мои танки. А сейчас, ребят, мы выходим из майна, и я показываю Димину. И все, мы заканчиваем снимать. Но это еще не конец. Может быть. Так. Вот, а это вот на... смотрите. Вот Дим. Это на 15 секунд, вот этот танк. Угу. Вот этот уже на минут 25. И вот он. На 5 минут. Что это такое? Что это такое? Подожди, еще не готово. Ладно, пусть Дима достраивает. Нет, зачем? Все, сейчас будет. А, сейчас будет бум-бам. Да? Ой, ему пушку разорвало. Ой, у меня заело. Ну ладно, ребят, на такой прекрасной ноте мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Пока!